Первая игра, как тебе впечатление? Наверное, сильно волновался перед началом. Ну, волновался не очень. Тяжелая игра, спорная борьба. Чуть-чуть не повезло на булитах. Так хорошая игра. А вообще, как тебе вот этот переход? Потому что, ну, для тебя он, наверное, довольно значительный. Все-таки это уже немного другая игра. В целом и борьбы чуть побольше скорости, может, повыше. Ну, я уже и немало игр сыграл и на предсезонке, и сейчас первую. Ну да, конечно, тут надо быстрее все делать, быстрее принимать решения, тяжелее. Не могу не спросить, и в овертайме даже успел там побегать, да? А доверие тренеров, наверное, ощущается, прибавляет сил каких-то, может, ментальных? Да, ощущается, постараюсь его оправдать. А сразу же удалось еще и сделать передачу? Вот это вот добавило, может быть, тут чего-то, или сразу почувствовал уверенность? Ну, обрадовался, конечно, потому что первое очко набрал. Так надо играть дальше, работать. Какую вообще ставишь себе, какие задачи ставишь на сезон, цель, не знаю? Ну, задача главная — выиграть Кубок Харламова. Ну, более индивидуальная, давай. Индивидуальная? Постараюсь как можно больше очков набрать. Если получится, лучшим бомбардиром стать.